По прогнозам ямальских синоптиков, плавучий лед в районе Салехарда должен появиться в период до 28 октября. На сегодня в районе окружной столицы ледовых явлений не зафиксировано. Паромы на линии Салехард-Лабытнанги будут перевозить автомобили и пассажиров, пока позволят погодные условия и ледовая обстановка, сообщает пресс-служба губернатора. Паромы будут курсировать до момента появления льда на поверхности реки. Сразу после этого перевозки прекратятся. Назвать даже ориентировочную дату закрытия переправы сложно, так как погода в нашем регионе непредсказуемая, ситуация может измениться в любой момент. Сразу с прекращением паромного сообщения перевозить пассажиров на маршруте Салехард-Лабытнанги начнут вертолеты. Рейсы будут выполняться по наполнению при 50% загрузке борта. Стоимость проезда 1050 рублей, детский билет 525 рублей. Билеты приобретаются в кассе на первом этаже аэровокзала Салехард в Лабытнанге на вертодроме. Информацию по расписанию вертолетов можно узнавать по телефону справки аэропорта в Салехарде 8-349-22-417-36-3-89-32. После установления льда на Абино маршрут выйдут суда на воздушных подушках «Арктика 3D». Они готовятся к работе в межсезонье. Стоимость проезда для пассажира подушки составит 120 рублей, провоз груза 60 рублей. Суда будут курсировать с 7 часов утра до 23 часов каждые 20 минут.